Стоимость интернета для камчатских бизнесменов с начала будущего года снизят в несколько раз. О достигнутых с Ростелекомом договоренностях в рамках прямой линии с губернатором рассказал Владимир Илюхин, отвечая на вопросы предпринимателя из Петропавловска. Да, у нас еще один вопрос. Будьте добры, представьтесь и задайте свой вопрос. Добрый день, меня зовут Зиндяев Игорь, я являюсь индивидуальным предпринимателем. Как известно, на Камчатке интернет для юрлиц и индивидуальных предпринимателей стоит дороже 20 тысяч рублей. И это очень сильно бьет по карману, я думаю, не только как меня, как и предпринимателя, но и многих других предпринимателей. Хотелось бы узнать, будет ли решен данный вопрос, и если да, то спасибо большое. К сожалению, это рынок, и мы не можем, сегодня государство вообще никак не влияет на установление, значит, стоимости тарифов вот этими компаниями. Но, опять же, в очередной раз хочу вспомнить человека, который этой работой занимается, Войтов Алексей Юрьевич, и там действительно ему удалось в переговорах с нашими операторами продвинуться значительно в этом вопросе. Ну, конечно, насколько я обладаю информацией, больше платить 20 тысяч не нужно, будет это стоить гораздо дешевле, чуть больше 3 тысяч, как мне докладывают. Так, стоимость интернета от Ростелекома для камчатских предпринимателей с 1 января 2019 года составит от 1300 рублей до 6,5 тысяч рублей при скорости от 2 до 10 мегабит в секунду. Напомним, что сейчас, в зависимости от скорости интернета, юридические лица платят от 9600 рублей до 30 тысяч рублей в месяц. Губернатор края поручил продолжить переговоры и с другими провайдерами.